Для измерения напряжения на батарее и энергии лазера я собрал вот такой вот вольтметр. Он собран на двух микроконтроллерах от Mega 8 и от Tiny 25. Измерением занимается непосредственно от Tiny через 10-мегаомные резисторы, разделенные на два блока. Вот я их тут залил эпоксидкой, чтобы ни в коем случае не прикоснуться к ним. Соответственно, от Tiny измеряет напряжение, и через гальванически развязанный оптический интерфейс на трех оптронах передает их в отмегу, которая уже выдает на индикатор показания. От Tiny питается через источник вторичного электропитания 5-вольтовый. А отмега питается через обычный 7805. Ну вот сейчас его надо будет поставить и попробовать. Ну что ж, измеритель энергии и напряжения установлен в корпус. И сейчас можно посмотреть, как он работает. Идет зарядка до номинала. Номинал у меня 1100 вольт. Вот так. Ну что ж, энергия, значит, у меня 1,2 кВт. И сейчас я включу лазер. Разряд. Ну, лазер ожидаемо запустился. О, какое кольцо красивое. Ну, я здесь много уже набахал. Пробуем еще раз включить. Это остаточное напряжение. Заряд. Поскольку я использовал тракоповер TEN5, а не TEN4, минимальное напряжение, с которого включается трака, 18 вольт вместо 9. А у меня, к сожалению, источник питания просаживается до 12 вольт. Вот сейчас вот он добрался до 18 и включилось измерение. Надо будет заменить источник питания, вот этот вот, он 3-амперный, на источник с большим током. Так, вот идет зарядка. Дисплей тут отечественный я поставил, 1602 по сути копия. У меня их много было. Вот, 1200 джоулей. Чуть-чуть перезарядил, ничего страшного. Опять разряд. Лазер опять сработал. Включаем разряд конденсаторов. И выключаем источник питания. Вот такая вот конструкция получилась.